Сегодня в Чувашии прошел единый информационный день. Во всех муниципалитетах обсуждали ход уборочных работ и организацию сельскохозяйственных ярмарок. Одна из самых актуальных тем – подготовка к отопительному сезону. Кроме этого, жителям республики предложили активнее участвовать в реализации проектов по формированию комфортной городской среды, определить приоритеты благоустройства. В республике продолжается вакцинация от гриппа. В этом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожидается эпидемия так называемого свиного гриппа. Вирус его европейцам уже знаком. Врачи Чувашии считают, что всплеск заболеваемости придется на конец октября. Время для иммунизации пока есть. В этом году средства для закупки вакцин в Чувашию поступили еще в середине лета. Так что прививочная кампания началась раньше обычного. Выполнение плана профилактических прививок декретированных контингентов мы начали с медицинских работников. На сегодняшний день мы вышли на 38,9% всего населения, которые подлежат: работники коммунальной сферы, работники транспорта, работники образовательных организаций. Сегодня мы уже начинаем выделять особое внимание после 1 сентября. Это студенты, дети с 6 месяцев до 18 лет. Всего планируется привить 170 тысяч детей и 360 тысяч взрослых. К профилактическим мероприятиям активно подключаются крупные предприятия и организации. Они прививают сотрудников за свой счет. Те, кто делают это не первый год, отмечают высокую эффективность иммунизации. Например, на заводе имени Чапаева количество больничных листов сократилось на 10%.